16-го тура 2-й лиги области по футзалу между командами «Энергия» и «Сион». «Энергия» в желтой форме, «Сион» в белой. Стартовая пятерка «Энергии». Ворот Андрей Кутов. На площадке играют Кирилл Лучков, Дмитрий Верахин, Владимир Мостов и Иван Лобанов. Thank you.
Опять Иван получает желтую карточку за неправильную смену. Yeah.
футбол не нужен, вон, надо сбивать. Тайм-аут берет Сьон на 11, примерно, минут
ворот. Thank you.
там была, не видел, что там было. Главой, главой!
правильную смену. Откуда уводит-то? Профессионал! Владимир Федор забирает, забивает второй гол в
сезоне. И опять так же головой. Через вратаря. 5-0 счет. Диман вместе с ногой сгребает.